Еще об одной важной, но уже для всех православных людей дате. В среду верующие почтили память известной курской подвижницы 20 века монахини Мисаилы. Старица умерла 16 декабря 1953 года. Она жила в деревне Муравлева. С тех пор прошло более полувека. Но не зарастает тропа к могилке, где похоронена матушка. Моя коллега Екатерина Худякова встретилась с людьми, которые общаются с монахиней, как с живой. Закон времени и соединенного с ним забвения не коснулся матушки Мисаилы в миру Матрены Зориной. Мало того, чем дальше идет жизнь, тем яснее становится образ старицы. В 2008 году инициативная группа во главе со священником Сергеем Конаревым начала работать в архивах, встречаться с людьми, которые знали старицу. Целью работы инициативной группы является сбор и собирание материалов о жизни монахини Мисаилы, о ее жизни и духовных подвигах. Главная же цель работы всей нашей заключается в подаче материалов о монахине Мисаилы в Синодальную комиссию по канонизации святых. Валентине Халиной было 11 лет, когда умерла матушка Мисаила. Она помнит, что на похороны собрались тысячи людей. Каждый старался пальчиком до гроба, вот на пальцах несли. Каждый старался, а там накрыто было бахромой, ну, покрывало. И каждый старался за бахрому цепить, оторвать. Еще при жизни матушку Мисаилу называли человеком святой жизни. Всех она утешала и всем помогала. Она оказывает духовную поддержку и сейчас, находясь за пределами земного бытия. И те, кто хоть однажды побывал на ее могилке, говорят, что нет никакой необходимости ехать в столицу, к Матрёне Московской. Ведь у нас есть своя Курская. 6 лет Ирина борется с тяжелой болезнью. У молодой женщины 4-я стадия рака. 3 года назад она вместе с мужем переехала в деревню Муравлева, чтобы быть рядом с храмом и могилкой матушки. Ира точно знает, что вера в Бога и помощь старицы не дают ей упасть духом. Матушка нам вымолила сыночка. Сейчас у нас, да, Серафимушка, ему 11 месяцев. Вот. И каждый день мои подружки, мои друзья... Все люди, которые сюда приезжают, вот я, честно, живой свидетель, всем-всем матушка подает по их просьбам, по их молитвам. Олег Калюжный каждую субботу приезжает в Муравлево. Сначала идет на службу в храм, а потом на могилку монахини. Здесь вот можно спокойно посмотреть вдаль, подумать о вечном, подумать о нашем назначении в этой жизни. Все мы грешны. И здесь успокаиваешься. Каждый день в Муравлёво приезжают верующие. Из года в год их становится все больше. Люди идут со своими нуждами, несут сюда свое горе. Просят благословения на предстоящие перемены в своей жизни. И обязательно уходят отсюда с надеждой, утешенными и услышанными. Екатерина Худякова, Геннадий Воробьев, телеканал «7».